Они не хотят, чтобы 2020-й повторился, но по-прежнему готовы встать на борьбу с COVID-19. Медицинским работникам региона в канун их профессионального праздника вручили государственные награды. Медаль Луки Крымского, новую, учрежденную в прошлом году президентом, получили 12 героев. Иначе тех, кто работал в ковидных госпиталях, и не назовешь. Когда в Россию пришел коронавирус, медицинские работники, в том числе из спеццентра края, попали на передовую. Татьяна Каракчеева, врач-инфекционист из Рубцовска, с 24 апреля прошлого года месяц работала во вновь созданном на базе Змеиногорской ЦРБ госпитале. Его развернули всего за сутки. На Карболихинском руднике, вот здесь Змеиногорска, была вспышка ковидной инфекции. Госпиталь был предназначен для ковидной инфекции легкого течения. И нам надо было в кратчайшие сроки принять большой объем пациентов. У нас никто не погиб из пациентов. Мы вовремя всех переводили в другие стационары, в другие госпитали. Медаль Луки Крымского теперь есть и у Натальи Шульги. Она тоже работала в ковидном госпитале, при этом никогда не забывала о своих первоочередных пациентах, ВИЧ-инфицированных. К сожалению, их она встречала и в обычных палатах, и в палатах интенсивной терапии, и на ИВЛ. К сожалению, у пациентов, которые без терапии на ИВЛ, практически не было шансов. Вот крик души врачей, занимающихся лечением ВИЧ-инфекций. Обязательно получать терапию, приходить к нам, обследоваться. У нас есть для этого и возможности по назначению препаратов, и лечение будет назначено индивидуально в зависимости от характера работы, от состояния пациента. Нужно только желание пациента. Вот здесь, к сожалению, никто не поможет. Должна быть мотивация на здоровую, долгую, продолжительную, с хорошим качеством жизнь. К сожалению, пандемия коронавируса внесла серьезные коррективы в работу всех медучреждений. Часть пациентов не была вовремя обследована, и ситуация с их ВИЧ-статусом под вопросом. И это, по словам главного врача, перспектива работы на предстоящий год. Кстати, портрет ВИЧ-инфицированного меняется, и сегодня эта болезнь может коснуться любого. Сейчас в 70% случаев она передается половым путем. Профилактике нужно уделять еще больше внимания, уверены специалисты спеццентра. Если есть в практике рискованные варианты поведения, обследоваться сейчас можно и в условиях медицинской организации, и в том числе при обращении к нам в Центр по профилактике и борьбе со СПИДом. С завидной периодичностью мы проводим эти исследования. Это можно сделать быстро, анонимно, абсолютно бесплатно. Если результат окажется положительным, специалисты смогут благодаря имеющемуся арсеналу возможностей сделать все, чтобы пациент с выявленной ВИЧ-инфекцией не был опасен для окружающих и смог долго жить полноценной жизнью. У кого-то из врачей на учете состоите? Невролог, например. Невролог, да. Эта малышка тоже живет обычной жизнью. Она абсолютно здорова, хотя родилась от ВИЧ-инфицированной мамы. На прием к лучшему врачу-инфекционисту 2020 года Елене Ильиной в день приходят по 15-20 пациентов с родителями. Большая часть здорова, но 350 детей края живут с ВИЧ-инфекцией. Наши дети, которые получают терапию, они ничем не отличаются от детей без ВИЧ-инфекции. Они точно так же растут и развиваются. У них нет никаких ограничений ни в состоянии здоровья, ни в социальном статусе. И в дальнейшем, конечно, эти дети, ну, реализуют свой потенциал. Только абсолютное участие родителей может нам позволить вот качественно оказывать медицинскую помощь. Только родители могут ежедневно ребенку давать препараты. Вообще, чем раньше пациент с ВИЧ-инфекцией окажется на учете у врачей, тем быстрее он начнет получать необходимое лечение. Но бывает, что люди выписываются из стационара настолько быстро, что уведомить их о положительном ВИЧ-статусе и продолжение обследования не всегда получается. В таких случаях на помощь приходит отдел эпидемиологов. У нас разработан достаточно такой емкий и эффективный по своему исполнению алгоритм, который позволяет этих пациентов быстрее довести обратно к врачу, ну и, соответственно, оказать ему максимальную помощь. Более того, эта система у нас очень хорошо налажена с направлением службы исполнения наказания, Федеральной службы исполнения наказаний, поскольку вот эта преемственность наших пациентов здесь и там, она очень важна.
А в работе врачей центра СПИД важна командная работа, уверен главный врач. Сейчас здесь трудится слаженный коллектив, готовый ко всестороннему обследованию пациентов, причем в самой современной лаборатории, оказанию им терапии, психологической помощи. Говорить о значимых успехах или победе над инфекцией, конечно, не приходится. Но здесь планируют продолжать бороться за нормальную жизнь каждого ВИЧ-инфицированного пациента.